Тест обновленного универсала на дорогах в окрестностях Франкфурта. Преимущества и недостатки данной модели. Приятным бонусом выступают перегрузки от ускорения. Могут убедиться в правильности выбора нового автомобиля. Человек сможет управлять автомобилем только с мобильного приложения, то есть электронный ключ будет не нужен. «Первый взгляд» 7 октября в 22:00 только на «Авто24».